Минсельхоз России выделит аграриям Хакасии 262 миллиона рублей на проведение посевной кампании. Первые субсидии фермеры начнут получать уже в конце этого месяца. До начала посевной кампании осталось меньше месяца. Техника начнет выходить в поля уже в начале апреля. Сейчас аграрии Хакасии запасаются удобрениями, семенами и топливом. Всего в текущем году планируется освоить 235 тысяч гектаров. В этом году посевные площади будут увеличены на 6 тысяч гектаров.